Мы хотим замутиться баблоу. I'm winning, man, man, I know. Это мой вайб, это мой... Никита Кологривый. Владимир Карпук. Макс. Гусь. В Пензе. В боксерском зале. Гусь отвечает за рацио, а Макс отвечает за животный стиль. И рацио. Иррацио, да. А ты за рацио. Рацио и иррацио. Ты чё, кто там я? Они нас паковали от в гаражах, повезли через весь город, привезли сюда, посадили за стол и такие, отравим-ка их тут анальгином. Ой, сейчас вспомню. Это мы решали. Расплескалось. Нет, мы же хотели Баскова поставить. Вот этот вот натуральный блондин на всю страну такой. Ну, у него такая музыка стоит, от которой испанский стыд возникает в компаниях. Поэтому у нас есть целый плейлист. Да все мы занимались с тобой. Вообще все. Чем мы только не занимались. Огонь, вода, медные трубы. Автомойка, грузоперевозки, мерчендайзинг. Шаурма. Шаурма, в конце концов. И Волга. Прогорели на шаурме. Да. Гусь, братишка, ты как? Макс, я не вывезу. Снегурка. Наташа Бордо очень красивая актриса, поэтому ее с удовольствием поместил на заставку персонаж Макс. Солидарен. Жениться. Добиться успеха в жизни не криминалом. Вот какая у него мечта. Ну, семью создать, вот детишки там, да, и чтобы Макс был рядом. Крестный. Максу нравятся девушки, которая мудрее, спокойнее, расчетливее него. Как Настя Самбурская, короче. А почему во всем черном? Это траур в моей жизни. Я думаю, должно быть... Смерть. Предательство. Дорогие друзья, смотрите наш сериал «Макс и Гусь». Только новинки. Только новинки.